Мы в Хапсалу. Это такое тихое местечко. Здесь находится железнодорожный музей. Езды от Пярну буквально 100 км. Здесь представлена небольшая экспозиция из поездов. Есть наши советские, собранные в Коломне. В общем, все так уютно очень сделано. Сейчас покажу, как это выглядит. Есть музей, мы в него зашли. Стоит это 2 евро с человека, вполне демократичная цена. Музей очень интересный, к сожалению, в нем нельзя ничего фотографировать. Вот, так что мы довольствовались лишь простым просмотром. Вот. Экспозиция в музее очень как бы маленькая, но она настолько прикольная, очень много старых раритетных вещей. Различные какие-то телефоны, кассовые аппараты, атрибуты формы, там начальника станции, каких-то далеких времен. Вообще обстановка здесь в целом, ощущение, как будто ты попадаешь в какие-то, я не знаю, 20-е года прошлого века. Периодически на станции звучит звук приходящего паровоза. Гудок такой, прям все это так прям захватывающе очень все это сделано. Вот. Ну, еще раз скажу, экспозиция небольшая, но такая достаточно интересная. Что в музее, что вот на улице здесь можно походить, посмотреть. Вот некоторые поезда, вот тот вот черный, который был в самом начале, паровоз, у него вообще какая-то жуткая история. Он побывал вообще в таких уголках Советского Союза, ну, в те времена. То есть, ну, мы сфотографировали описание, потом выложим его позже. Ну, то есть, вообще, там, от Сибири до Латвии. Вот, в общем, как бы тоже рекомендуем посещение, очень интересное место.